Здравствуйте! Давайте сегодня с вами определим, сколько градусов содержит угол, если он составляет 20% от 300 градусов. Ну, во-первых, это задача 5 класса. В 6 классе она решается немножко по-другому. Вот мы будем рассматривать так, как она решается в 5 классе. Итак, 20%. Процент – это сотая часть числа, то есть 20 сотых. Переведем в десятичную дробь. 0,20 сотых. 0 на конце можно убрать, получим 0,2. Чтобы было легче запомнить ребенку, можно сказать, что слово «от» – это обозначает умножение. Грубовато, но верно. Итак, 300 мы умножаем на 0,2. Если не обращаем внимания на запятую, 2 умножить на 300 будет 600. У нас с вами один знак после запятой. Отделяем один знак запятой. И 0 на конце отбрасываем. Будет 60. Ну, давайте еще один посмотрим. 80% от прямого угла. Прямой угол – это 90 градусов. Итак, 80%. Процентов это 80 сотых или 0,80 сотых. 0 на конце отбрасываем, 0,8. И затем 0,8 умножаем на 90. 90 умножить на 8 – это 720. Один знак после запятой отделяем. И 0 на конце отбрасываем, получаем 72 градуса. Я думаю, что ребенок должен понять. Спасибо за внимание.